Так, ну закончился курс до результата. Богарт попросил всех участников после окончания курса оставить видеоотзыв. Чем я сейчас и займусь. До курса и большую часть во время курса я играл Limit Level 5. То есть серьезно я занимаюсь покером полгода. Будем так считать, всего знаком с ним около года. Но серьезно, то есть начал разбирать раздачи, работать над игрой. Ну, всего полгода, то есть сколько я нахожусь на сайте Poker Ability. Вот, за эти полгода, то есть с февраля месяца, ну, вот, откатал 130 тысяч рук, то есть винрейт слабо плюсовый на NL5, по EV минус 20. Курс мне был нужен в первую очередь для того, чтобы научиться работать над игрой. То есть я вообще не умел работать с фильтрами, не умел работать с флопзилой. У меня даже не было флопзила. То есть занимался скалятором. Хотел научиться работать с хэмом, хотел научиться работать с фильтрами. Ну и решил для себя, что лучше всего это будет делать вместе со всеми на курсе. Поэтому я пошел на этот курс. Курс для меня проходил легко. То есть для меня не было сложностей отыгрывать положенное количество времени, разбирать раздачи, так как до курса, когда были пробные такие занятия у других участников, ну, посетителей Poker Ability, то есть я тоже вместе с ними все это пробовал. То есть я, идя на курс, уже знал, что я смогу отыгрывать это время, я смогу работать над игрой в этом плане. Вот. Единственное, меня сперва встревожило, то есть весь курс меня это напрягало, то, что меня никто ничему не обучает, то, что мне все приходилось искать самому, нанимать самому. Ну хорошо, так сложилось, что у меня был еще давно, то есть еще до Poker Ability нанятый тренер для разбора специально с другого ресурса, с Poker Strategy. Но так как не было базы необходимой, то есть мы этот разбор откладывали, вот в результате отложили на полгода, и в результате как бы сейчас вот он мне на курсе пригодилось, чтобы он мне все разобрал и научил, как работать с фильтрами. То есть в этом плане мне это тоже помогло. Вот. Лишним на курсе для меня были многие психологические вопросы, которым очень много уделялось внимания. То есть я вообще как считаю, что ну, это как с розыгрышем, допустим, минусовых рук. То есть если или ты учишься разыгрывать эту руку, или ты просто ее не открываешь, эту руку, так и с психологическими моментами. Или ты решаешь психологические моменты, или учишься отодвигать их в сторону. Вот у меня было время, я научился отодвигать в сторону эти психологические моменты, абстрагироваться, когда я играю, когда занимаюсь покером, то есть меня не волнуют никакие там другие моменты, которые происходят в моей жизни. То есть я научился это делать. Поэтому какие-то там вопросы, связанные с давнишними обидами, с чем-то еще, то есть чем их решать, мне проще так было. Вот, понравилось мне на курсе то, что нам были предоставлены возможность различные методы, то есть работы над игрой, разборы, анализы базы, общение с другими участниками курса, конференции. И была возможность расставить приоритеты для себя, то есть какой метод для тебя лучше всего помогает определиться, то есть выбрать и по этому методу в дальнейшем как бы заниматься. Ну, я считаю, что все методы нужны, что все надо методы использовать. То есть надо разбирать раздачи постоянно, надо анализировать базу через какое-то время. И, конечно, надо не заканчивать общение с другими участниками. С другими, не обязательно участниками курса, но с другими людьми, то есть у которых есть желание развиваться в этой покерной теме. Вот, так как в общении, то есть рождается истина, так как в общении у тебя есть возможность лишний раз проговаривать вот эти все ситуации, лишний раз, то есть искать лучший розыгрыш для определенных рук.
так, в конце курса, то есть получается, побил я его ЕВ, ББ, у меня плюс больше, чем 5 ББ на 100, вот на 40 тысяч рук. Простое ББ на 100, то есть, ну, около 4 ББ на 100 я прибавил за эти 40 тысяч рук. Но моя цель была не прибавить на НЛ-5, конечно, перебраться на НЛ-10 я хочу уже и топать дальше, так как, ну, что, это совсем детские лимиты. Два раза пробовал я неудачно закрепиться на НЛ-10, два раза получил пинка под зад. То есть, ну, сейчас начинаю пробовать третий раз. Надеюсь, что все получится. То есть буду продолжать в дальнейшем работу, буду продолжать в дальнейшем общение. Если не получится работать в конференции с теми людьми, с кем уже раньше занимался, значит, буду искать новых людей. Ну, в принципе, я доволен курсом. То есть мне понравилось. Хотелось бы даже, если честно, вот сейчас даже как-то курс закончился, как-то одиноко стало, как-то неуютно стало. То есть, то я чувствовал у себя в коллективе, то я чувствовал как бы поддержку со всех сторон, контроль какой-то. А сейчас вот остался сам на сам. И как-то скучновато, вот если честно. Так что пожелание Богарту, давай какой-нибудь заводи еще курсик. Я готов еще где-нибудь поучаствовать. Ну, на этом все. Всех, кто слушал, всех, кто видел. Удачи. Пока.